Re, viss ēters ir te! Анализ розовой воды провел Институт пищевой безопасности БИОР. В образцах выявлен синтетический краситель. Теперь Госслужба среды вместе с БИОР должны выяснить, насколько этот краситель токсичен и представляет ли он опасность для человека и живых организмов. Если да, то водоем придется закрыть, там нельзя будет купаться и ловить рыбу. Однако новые исследования займут еще какое-то время. И только в последнюю очередь Госслужба среды начнет выяснять, в каком конкретно изделии мог использоваться данный краситель. Эта информация будет передана полиции для дальнейшего расследования. Похоже, интрига сохраняется.